Вітаю всіх глядачів та підписників. Це ютуб-канал «Сейчас». Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі Юрій Рашкін, депутат округу РОК, штат Вісконсин. Юрій, приветствую. Рада вас видеть вновь на ютуб-канале «Сейчас». Большое спасибо за приглашение. Всегда рад и слава Украине. Героям слава. Будем начинать с инцидента в Черном море, где российские истребители фактически сбили американский беспилотник. Это уже подтвердили кадры, которые опубликовали американские СМИ, смоделировав ситуацию, как это все происходило. Что сейчас в Америке? Будет ли жесткая реакция Соединенных Штатов Америки на этот инцидент и вообще чего ждать? Ну, ничего хорошего в этом нету. Ни для Америки, ни для России, в общем-то, ни для Китая. Тут одни негативы, потому что, когда ситуация разогревается таким опасным образом, ничего хорошего от этого ждать нельзя. Хотя, конечно, все зависит от того, как на это смотреть. Если кто-то, так сказать, хочет, чтобы была Третья мировая война, то в этом смысле мы, возможно, приблизились к ней. Но не надо забывать, что все-таки любая война – это политическое решение, и аппетита на Третью мировую войну в НАТО, в пацифистском НАТО, да и в Соединенных Штатах нет. У нас свои проблемы, сейчас рухнуло несколько банков, непонятно, что еще происходит, акции на рынке акций ведут себя отрицательно, и поэтому еще сверху всего этого такого шит-сэндвич добавляется еще то, что произошло с дроном, и то, что безответственный, непрофессиональный, как сказали американцы, так не воюют. Русский летчик сбил американский дрон. Американские дроны будут продолжать летать, это нас не остановит, но проблема в том, что есть риск серьезный, что такая технология может попасть в руки людей, которые не должны ее иметь, и что мы уже видим, что Россия переправляет полученную технологию, есть даже доказательства того, что джавелины были переправлены в Иран, чтобы их там начали разбирать и понять, что это такое, и как это повторить, как это сделать. Поэтому всегда на любой войне есть проблема, что любое самое новое, самое продвинутое оружие может быть захвачено врагом и инженерно восстановлено. Но я думаю, что иранский вариант чего угодно не будет лучше американского варианта. Но в любом случае опасности есть. К войне это нас приближает, но войны это нам не гарантирует. Относительно, смотрите, Турция ведь как-то может, сейчас уже были заявления о том, что как-то может достать этот беспилотник и помочь Соединенным Штатам Америки, чтобы он не попал в руки врагов. А на что рассчитывала Россия, идя на такую провокацию, ведь в преддверии Рамштайна все это происходит? Тут нужно искать вот параллели и совпадения или нет? Все, что мы видим с Россией, это понты. Они пытаются, у них нет сил выиграть битву на поле боя, поэтому они показывают, какие они крутые и отмороженные, атакуя мирное гражданское население или сбивая разведывательную машину. Знаете, это вообще мне напоминает историю про робота, которого, типа, это был то ли робот, то ли кукла, которую нужно было переправить по всему миру, и пока она не попала, кажется, в российскую территорию, где его тут же уничтожили. Ну, ломать они умеют. Вот ломать они умеют. И они сломали технологию. Но насколько это изменяет, что мы будем поставлять меньше помощи Украине, или мы будем думать, что не нужно тренировать теперь украинских пилотов, или что не нужно хаймарсы поставлять Украине. Никак это не на политике, на политических, на policy это не скажется. Это скажется на том, что нужно будет делать для того, чтобы удержать, чтобы такая дорогая машина не страдала в будущем, потому что это деньги налогоплательщиков. Как бы тут другой подход к этой ситуации, этой проблеме. А то, что это России никаким образом не поможет, опять они могут рассказывать на своем, так сказать, телевизоре на кладбище о том, как они, какие они великие, какие у них понты. Они это могут делать, их остановить нельзя, до этого даже не нужно было сбивать дрон. Но теперь они могут так говорить, вот мы сильнее. Но это для внутреннего потребления, потому что снаружи только выглядит так, как будто они продолжают хулиганить, но теперь на более высоком, более опасном для всех уровне, потому что все-таки, если даже Россия не понимает, насколько опасна ядерная мировая война, то
Остальной мир это еще очень четко понимает, и это не поможет попыткам Китая разрешить эту ситуацию каким-то мирным уровнем, потому что когда мы видим, что Россия продолжает атаковать, что Россия продолжает показывать себя как мирового изгоя, хулигана и варвара, и террориста, то как с такими людьми вести переговоры? Никак. Ну вот, кстати, о военной помощи Украине сейчас поговорим в контексте предвыборной гонки в Соединенных Штатах Америки. Вероятный конкурент Трампа, ДеСантис, он не так давно заявил о том, что помощь Украине не является ключевым интересом Америки. Ранее, вот в 2015 году, в частности, ДеСантис был сторонником военной помощи Украине. Как произошло так, что за 8 лет он от сторонника эволюционировал в критика, и несмотря на то, что поддержка сейчас среди американского общества, да, военной помощи, Украине очень высокая, почему он поднимает вот эти тезисы и идет с ними к своим избирателям? Потому что в каком-то смысле ДеСантис – это пустой сосуд, в который он вливает все, что он думает может помочь ему на выборах в Соединенных Штатах. Вначале он говорил одно, потому что он думал, ему это поможет. Сейчас он говорит другое, потому что он считает, что по-другому нельзя. Потому что республиканские избиратели, которые контролируют праймарис, требуют изоляционистской политики. И вообще, в принципе, по идее, на праймарис человек должен идти как бы больше к экстремальным частям своей партии, а потом на общих выборах идти больше к центру. Это стандартная, так сказать, политика. Трамп этого никогда не сумел. И мы у Трампа видим, что он, каким он был 70, почти 80 лет своей жизни, таким он и остался. Он как хотел, единственная у него цель политики – это встретиться с Путиным и поговорить с Путиным, потому что он Путину, конечно, все объяснит, и вообще Путин нас поймет, если мы только с ним, ему с уважением к нему отнесемся. Это как бы постоянная нота, на которой вопит Трамп. А с другой стороны, ДеСантис – это более такой хорошо одетый голый король, который рассказывает о том, что это не в наших национальных интересах, что нам нужно думать о южной границе, и вообще продолжает проталкивать идею того, что, ну, как бы, ну, белые у власти. Это республиканская партия на сегодняшний день. Это печально, потому что это не та республиканская партия, которую мы думали, мы имели, но партии – это в демократическом обществе партии меняются. Как изначально демократическая партия была прорабская партия, а сейчас это наоборот, как бы она на 180 градусов в этом смысле изменилась, потому что любят иногда республиканцы напоминать, вы знаете, Линкольн был республиканцем, да, но с тех пор многое изменилось. Это уже не партия ни Линкольна, это не партия ни Маккейна, ни Рейгана, это партия Трампа. И в этой партии нужно говорить о том, как мы против того, чтобы наши войска вмешивались и так далее. В этом смысле я был очень рад, потому что сегодня уже вышла редакторская статья достаточно бульварной республиканской газеты в Нью-Йорке, в «Нью-Йорк-Пост», которая сказала, что ДеСантис увиливает от вызова. Это очень хорошо, потому что я рад, когда республиканцы призывают к более к усиленной помощи Украине, а не к сворачиванию помощи Украине. А то, значит, и когда мы видим предлагаемый бюджет, это как бы заявление президента, что он хочет сделать по этому поводу. Что по этому поводу, как на это отреагируют республиканские конгрессмены и сенаторы, это другой вопрос. В принципе, исторически, даже республиканцы, даже демократы всегда, в конце концов, поддерживали военный бюджет, потому что национальная безопасность – это не шутка. Это нужно поддерживать, и это нужно работать вместе, потому что у нас страна одна, нам она нужна, если мы будем верить в то, что Америка так такая особая страна, то ее нужно защищать. Но гарантии то, что они проголосуют за бюджет, который предлагает демократический президент, почти равна нулю. Поэтому будут какие-то изменения. Будем надеяться, что они будут требовать еще больше помощи Украине. Но гарантий, к сожалению, нет, особенно учитывая, что говорят два лидирующих кандидата в президент от республиканской партии, который один хочет поцеловаться с Путиным, а другой говорит, что просто помогать Украине это не входит в наши цели. Ну, CNN на днях писала о том, что вот эта вот теневая борьба между Трампом и ДеСантисом, она уже сейчас должна беспокоить Украину. Вы согласны с этим?
Она должна беспокоить всех нормальных думающих людей во всем мире, но это не означает, что Украине нужно вмешиваться в американскую политику. Я думаю, что это одна из больших как бы соблазнов, понимаете, потому что, с одной стороны, я и некоторые другие люди пытаемся образовывать о том, что происходит в Америке, что такое американская политика, это невероятно интересно, это живая страна с живой политикой, но, с другой стороны, когда ты узнаешь о чем-то, не вмешиваться в это становится намного тяжелее. Это частично, почему я не интересуюсь украинской политикой, потому что я не собираюсь вмешиваться в украинскую политику. Российская политика – это такая, знаете, как бы патологоанатом препарирования давно, я не знаю, зомби, который, возможно, никогда и не жил. В каком-то смысле это интересно для сравнения. А то, что происходит в Америке, это, да, нужно беспокоиться о Десантисе, да, нужно беспокоиться о Трампе. Вообще хорошо бы, чтобы выходцы из бывшего советского пространства поняли, что республиканская партия – это партия, которая не заинтересована, в принципе, в поддержке Украины. И если вы родились где-то в бывшем Советском Союзе и сейчас вы поддерживаете республиканскую партию, то вы опять вернулись в авторитарное пространство и вы продолжаете поддерживать Путина. Это вот, вот это было бы очень хорошо, если бы люди в Соединенных Штатах поняли, русскоговорящие, что кто тут за кого. Это было бы прекрасно. В ответ на риторику Десантиса в Министерстве иностранных дел Украины пригласили его в Украину для того, чтобы он посмотрел вообще, что происходит. Представитель МИД Николенко в своем твиттере, в частности, выразил уверенность в том, что Десантис, как бывший военный, который побывал в зоне боевых действий, очень хорошо будет ощущать вот эту разницу между спором, да, и войной. Потому что такие нотки в риторике Десантиса появились. И вот, собственно говоря, такое предложение от МИДа поступило уже. А как считаете, все-таки предвыборная гонка? Десантис может посетить Украину и изменить Нет. свою риторику? Нет. Он, во-первых, реальность не имеет влияния на его риторику, в смысле его интересует только то, что в головах у конспирологически настроенных, то есть республиканских правых, ультраправых избирателей, которых он пытается оттянуть от Трампа, но тут у них просто вопрос в том, потому что Трамп как бы такой свободно говорящий отморозок, а Десантису все его речи и ответы пишут аккуратно, поэтому он выглядит таким более продуманным. Но это разница, так сказать, в доставке. Это во-первых. Во-вторых, кандидаты в президенты редко ездят за границу в год выборов, потому что они не хотят показать, что их вообще интересует за граница больше, чем Соединенные Штаты. Поэтому в этом смысле обычно кандидаты держатся внутри. А в-третьих, Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей, уже отказался поехать, сказал, что мне отсюда все виднее. Так что мы видим, что республиканцы не заинтересованы, республиканские политики все меньше заинтересованы в том, чтобы показать, что они поддерживают Украину. А то, что Десантис как бы противоречит сам себе, это один из, так сказать, последних примеров, то, что он решил так напасть на геев и на эту комьюнити, при этом сам на драг-квин, вот это мужчины, которые одеваются в женские платья, это теперь стало нашим следующим фронтом нашей культурной войны. При этом Десантис нам все время показывает, ходит все время в каблуках. Почему он так это делает, зачем, ему говорят, ну это же вроде бы как-то неправильно. Нет, нет, и все. Так что реальность не имеет никакого отношения, Десантис, Украину, мы даже не знаем, что он на самом деле думает. Это единственное, что может давать какую-то надежду, потому что он может просто, он меняет свои позиции как платье, потому что его на самом деле ничего не волнует, его интересует только власть. Но проблема в том, что когда он окажется у власти, ему надо будет поддерживать эту же политику, чтобы не потерять власть. Так что тут надежды на то, что он поедет в Украину, и глаза у него откроются, у меня таких надежд нет. Абсолютно. Ну, а вот смотрите, разные социологические группы разные данные публикуют, но все-таки какой уровень сейчас поддержки Украины, предоставления военной помощи Украине в Соединенных Штатах Америки, насколько он поменялся за последнее время и поменялся ли вообще? Ну, мы не видим уже последние опросы, которые проводились, мне кажется, до того, как Десантис так открыто заявил о том, что Украина не входит в наши цели нашей национальной безопасности. До этого мы слышали и видели опросы, что более половины республиканцев продолжают поддерживать активную увеличивающуюся помощь Украине. Я думаю, что когда два лидирующих республиканских претендента заявляют о том, что Украина – это не для нас, это не может не навредить поддержке Украины среди республиканцев.
Но, с другой стороны, борьба Украины настолько... Украина права. Атака – это война против Украины, это несправедливая атака. Это видно любому младенцу. Поэтому даже когда маргиналы слева начинают говорить про, вы знаете, Азов-батальон, это нацисты, или когда маргиналы, которых все больше и больше и больше справа, теперь вот это маргиналы справа опять будут те, кто думают какие-то резонные вещи. Но когда справа начинают говорить о том, что, ну, вы знаете, надо проверять, как они тратят эти деньги, вообще, возможно, нужно остановить помощь, то надеяться на увеличение помощи среди республиканцев не приходится. Приходится только удерживать ту поддержку и надеяться на то, что в данный момент Байдену удастся выиграть перевыборы и продолжить эту позицию свою, ну, я не знаю, на 100% поддержки Украины. Я думаю, что американцы не могли себе представить президента, который больше бы поддерживал другую страну, которая борется за свое существование, чем Байден. Так что поддержка среди демократов, и это помогает поддержке Украины среди демократов. Поэтому демократы сейчас поддерживают Украину примерно на том же уровне, на котором они поддерживают Байдена. То есть практически там 80-90%. А поддержка Украины со стороны республиканских избирателей отражает их поддержку их политиков. И когда два главных не говорят, то это, так сказать, это сигнализирует то, что поддержка среди республиканцев, ну, будет, видимо, уменьшаться. Ну, здравомыслящие политики в Соединенных Штатах Америки все же поддерживают Украину, увеличение, предоставление необходимой помощи. И вот в качестве примера можно привести такой факт, что сенаторы от двух партий в Соединенных Штатах, они сейчас фактически давят на Пентагон в вопросе поставки F-16, чтобы эти истребители в Украину были переданы. Скажите, как долго этот вопрос, в принципе, может решаться? Ну, если, во-первых, ну, есть политический вопрос, а есть логистический вопрос. Вопрос, и тут, на самом деле, мне кажется, логистика контролирует даже больше, чем политика, потому что вопрос в том, когда понадобятся эти самолеты на поле боя, и с точки зрения не меня и вас, а с точки зрения генерала Милли или генерала Залужного, когда, как их планы работают вместе, и с какой скоростью могут обучаться украинские пилоты, потому что сейчас мы слышали неделю или две назад, что начали двух украинских пилотов обучать, чтобы понять, сколько этот процесс может занять. Ну, я желаю этим двум замечательным героям Украины как можно быстрее освоить эту новую технологию, чтобы показать, что украинские летчики могут это освоить в рекордно короткое время, но при этом есть еще вопросы, как вы знаете, покрытия аэродромов, доставки топлива, всего чего угодно. Поэтому это большой вопрос, но пока что это все решается с точки зрения когда, а не если, мне кажется. Еще одна тема, о которой вы упомянули в начале, это банкопад в Соединенных Штатах Америки. Хотелось бы детальнее вот об этом поговорить. Какова ситуация сейчас? И есть ли какие-то панические настроения? И в ближайшем будущем какие это может иметь последствия? Вы знаете, ситуация до конца еще не ясна. Мы видим то, что рухнул один банк, на который устроили, так как называется, набег на банк, который был связан с тем, что, с одной стороны, вынуть деньги из банков легко и даже бесплатно, можно это сделать практически мгновенно, а с другой стороны, плохая новость, благодаря Твиттеру, разнеслась моментально. И вот эти две составляющие привели к тому, что второй по размеру банк в Соединенных Штатах рухнул после 2008 года, когда рухнул банк под названием Washington Mutual. Какие будут последствия этого, еще до конца не ясно, потому что вот в этом домино мы еще не до конца видим, кто с кем, на каком уровне связан. Мы видим, какие-то компании потеряли доступ к своим финансам, которые хранились в этом банке. Вообще государство гарантирует первые 250 тысяч долларов вклада, что, в принципе, спасает, ну, большое количество наших вкладчиков. Но когда мы говорим про этот банк, там, кажется, 97% вкладчиков имело больше, чем 250 тысяч долларов в этом банке. Поэтому они в этом смысле очень пострадали и пострадают, и
вот эти волны еще до конца, так сказать, как бы произошло это, это землетрясение произошло, и вот эти волны расходятся, они еще до конца не дошли. И вот это, на самом деле, то, что сейчас, на сегодняшний день, имеет намного более большое влияние на будущее Соединенных Штатов и на нашу экономику, чем даже дрон, который был сбит над международными водами. Это интересно просто наблюдать, что имеет значение, и даже попытки Путина как бы стянуть на себя одеяло, сказать, смотрите, какие мы крутые, в конце концов реальность может помешать и его зверским планам. Ну а вот про экономический урон уже начинают экономисты подсчитывать, во что это может вылиться Соединенным Штатам или еще рано об этом говорить? Вы знаете, еще рано, потому что непонятно. Когда мы видели, что был системный крах в 2008 году, когда выяснилось, что финансовые продукты, которые продавались населению, невозможно реализовать на реальном рынке, что под те интересы, под те ставки, которые отдавали деньги людям, потому что нужно было как можно быстрее их раздать покупателям, потому что вкладчики уже хотели купить законченный результат, вот вся эта система была, понятно, что это гнилая система. И вот тут все это рухнуло. А пока что мы видим плохого игрока, мы видим какие-то одиночные примеры, и понять, насколько это системный провал, мы еще, это еще нам непонятно. Ну, то есть время покажет, да, ближайшее? Я думаю, что ближайшее, но на данный момент еще чуть-чуть рано говорить. Возможно, что даже уже, я думаю, возможно, в течение недели или уж точно месяца мы намного лучше поймем, какие эффекты, авторшоки, что произойдет. Но пока что мы видим, один большой банк рухнул, другой. Плюс непонятно в самом начале такой ситуации, насколько это реальная информация, насколько это страхи и слухи, которые старухи разносят по углам. И до конца какой-то будет эффект еще все-таки чуть-чуть рано. Ну что ж, поживем увидим, как говорится. Юрий, благодарю вас за интересную беседу. Рады видеть вас на YouTube-канале сейчас. Взаимно. Большое спасибо за приглашение. Юрій Рашкін, депутат округу Рок, штат Вісконсин, був разом із нами на стрімі у цій порі. До наших глядачів звертаюся, підписуйтеся на YouTube-канал «Сейчас», лайки та коментарі залишайте під цим відео. Для нашої команди це дуже важливо.